собрался домой, да видать не судьба. Я смотрю, что возле думал, уже разошлись про левые силы от памятника Ленина, а тут оказывается еще и А кого там охраняют таким количеством милиция? Что-то я даже ни одного флага не вижу. То ли непосредственно памятник Ленина, то ли каких-то... Сейчас я попробую переключиться. Ну никого отсюда, кроме милиции, не вижу. Возле памятника. То ли Ходориха подальше увели куда. Даже флага нету. Черно-оранжевого был. Час назад был еще. Ну ладно, обошлось и обошлось. Без рукоприкладства. Даже возле здания обладминистрации небольшая группа милиции появилась. Час назад не было.